Стихотворение называется «Хамелеон». И он по мотивам рассказа Чехова «Хамелеон». «Иду своей дорогою, моя твоя не трогай, как вдруг из подворотни при ярком свете дня выскакивает шавка с желанием обгавкать, а может быть, оттяпать кусочек от меня. А я, понятное дело, нахальство не стерпела и зонтиком раскрытым заткнула псине пасть. Но тут из подворотни выходит Паваротти, точь-точь, как на афише. И ту собаку хвать. Я закрываю зонтик. Бонжур, сеньор, пардонте. У вас прелестный песик и также голосист. Ах, несколько царапин. Вы басков. Плюс шаляпин. С надеждой на свидание, быть может, пригласит. А он на чистом нашем послал меня подальше. Схватил в охапку шавку, икнул и был таков. Кобель. А псина, сука, преть будет мне наука. Не водятся маэстры среди местных мужиков.